вами снова я, Ричард! Ты уже подписался на мой канал? Если нет, то обязательно подпишись! Я жду! Подписался? Сейчас проверю! Отлично! Тогда поехали! Что, конфетку хочешь? Ну да, а ты как думал? Сами кушайте вкусняшки все время, а мне не даете. Угости меня вкусняшкой. Дай мне что-нибудь вкусненькое. Ну пожалуйста. Посмотри на мои милые глазки. Дай мне что-нибудь сладенькое. Дай печеньку. Ну да, что тебе жалко что ли? Дай печеньку. Надо печеньку. Да, давай, давай. Ты хочешь печеньку? Хочешь? Ну что за глупый вопрос? Сильно хочешь? Скажи, хочу. Конечно, хочу. Скажи. Хочу. Так, мое терпение закончилось. Привет. Что? Как вкусно пахнет. Покажите. Я-то хочу. Ням-нямка, дай. Он меня забрал. Он же ничего не сделал, только забрал меня. Как это ничего не сделал? Я уже столько тебе всего сказал. А ты меня просто не слышишь. Ну-ка, давай-ка мне еще одна печенька. Сам ест, сидит, а мне ничего не дает. Все что-то просит. Ну-ка, давай. А то я сейчас уже стол начну грызть. Ну дай печеньку, дай. Тебе что, жалко, что ли? Ну одну, пожалуйста, дай печеньку. Ты отстань от меня, эй. Вот дашь печеньку, я отстану. Зануда. Сам ты зануда. Самая настоящая. Давай что-нибудь это сделаешь. А сам-то ты что делал за печенька? Ты его просто так ешь. Тут мой чай, эй. Давай, тут у нас. Ням-ням, вкуснятина. Вот почему такая несправедливость? Сами чай пьют, печеньки едят, а нам не дают. Моему возмущению нет предела. Кто это выдумал такую глупость, что собакам нельзя сладости? Это ж надо-то такого додуматься. Нельзя собакам давать конфетки и печеньки. Глупость какая-то. Все думают, что мы собаки едим только мясо и косточки. А вот нет. Печеньки и сладости мы тоже очень любим. Особенно, если это печенька с вкусной начинкой. Ну ты ее не съел, она невкусная. Очень даже вкусная. Я просто про запас хочу себе взять. А ты на той начинке не было, поэтому она не стала есть. Да, точно. На том было мало начинки. Давай еще. Давай на нас. Все. Семка кончилась. Печеньки больше нету. Как это нету? Все, больше нету. Что-то ты меня обманываешь. Вот там еще целый пакет я вижу. Видишь, нету. Можешь посмотреть, на столе нету ни одной печеньки. Что, успел спрятать, да? Нету же, ну. Нету, я честно говорю, нету. Другом. Обманываешь ты меня. Я знаю, что еще есть печеньки. Все, нету больше ни одной. Все, сидим, ждем, когда нам принесут еще. Нам еще печеньку надо. Да, давайте. Целую коробку печенек мне, пожалуйста. Отстаньте от меня, все. Ну так вот всегда. Отстаньте от меня, отстаньте. А покормить бедную собачку никто не хочет вкусняшками. А вы любите вкусняшки? Обязательно напишите в комментарии, какие вкусняшки вы любите. И лайк обязательно поставьте этому видосику. А еще посмотрите вот эти видосики.